Добро пожаловать на шоу «Гаффи Гафа». Привет! Ты смотришь шоу «Гаффи Гафа». Привет! Гаффи Гаф, а ты знаешь, как стать рэпером? Неа! Как стать рэпером, нам расскажет кошка-наркошка. Чтобы охуенным рэпером стать, меня слушай внимательно, твою мать. Нужно понизить свой IQ до минимума, чтоб в голове вообще не было ума. Нужно шапку 228 носить, такими же, как ты, дебилами нужно тусить. В общем, рэпером вообще не напряжно быть, просто нужно как-то в ритм говорить. Я на кошка, я обожаю кошки, все в порядке, по крючком, ребятки. Я на кошка, я обожаю кошки, читаю рэпчик для тебя, пацанчик. Я на кошка, я обожаю кошки, все в порядке, по крючком, ребятки. Я на кошка, я обожаю кошки, читаю рэпчик для тебя, пацанчик. Блять, рэперы такие дрочепеты. Правильно, Гаффи Гаф. Многие ребята не могут решить, куда поступать. Определиться вам помогут доктор Дрончик и профессор Антоха. БТУ номер 228 представляет подготовительный видеокурс для поступающих на факультеты гашекологии, барыжеведения, теория отжима в нестабильной экономической ситуации. Курс читают доктор Дрончик и профессор Антоха. Здорово, абутераты! Абитуриенты! Бля, я дико извиняюсь, абитуриенты, блядь. Сегодня мы расскажем, почему в речи необходимо использовать матное. Речевая система оценки современного человека состоит, блядь, из 6 пунктов, нахуй. Первое. Нормально. Второе. Хорошо. Третье. Отлично. Четвертое. Заебись. Пятое. Охуенно. И шестое. Блядь, это же просто пиздец, как охуенно. Если мы откажемся от использования последних 3 пунктов, блядь, система окажется неэффективной, блядь. Рассмотрим пример, блядь. Пример номер 1. Речевая система оценки без использования мата. Вы получаете $1 000 000 США. Отлично! Пример номер 2. Речевая система оценки с использованием мата. Блядь, это же просто пиздец, как охуенно! Вывод. Речевая система оценки без мата является неточной. Если этот пример показался вам неубедительным, рассмотрим другой. Допустим, вы живете в городе и ни разу не видели коня. Приехав в деревню, вы увидите не только грациозное животное, но и его эрогированный половой член, именуемый в народе хуй. И этот член иначе как хуй не назовешь. Кто-то из вас спросит, какая разница. Разница, сука, есть. Примерно в 0.5 метра. Использование мата в своей речи позволит вам доступно объясняться с оппонентом. Урок для вас подготовил доктор Дончик и профессор Антоха. Пока! Пока. Ой, теперь я знаю, куда пойти учиться. Да с такими педагогами можно стать невъебическим специалистом. Да, гафига. А сейчас реклама. Ты не можешь сделать ничего по дому? Не можешь постоять за себя? В постели ты никакой? Твою жизнь изменят яйца мужика. Яйца мужика сделают из тебя мужчину. Раньше у меня были просто крохотные яички. Но когда я купил себе яйца мужика, все изменилось. Я сам сделал ремонт. Теперь я могу постоять за себя. И я отличный любовник. Спасибо яйцам мужика. Закажите яйца мужика прямо сейчас, и в подарок вы получите бабий мозг. Гаффи Гаф, ты кому звонишь? Никому. Алло, так вам одну пару яиц мужика.
Алло! Что? Это для дяди Вовы! Гафигаф, ты знаешь, что такое демократия? Нет! Что такое демократия, нам расскажет ковбой Алёша! Разбомбили Ливию, на очереди Сирия. Мы добавляем звёздочки в американский флаг. Сохнут все практически от ультимократических. Поработить весь мир, мы точно знаем как. Вот и подошел к концу очередной выпуск шоу «Гаффи Гафа». Подписывайся на канал «Гаффи Гаф» и будем учиться вместе. Пока! Витя, Сеня, Ростик, Рома и Максимка хотели узнать, как стать рэпером. Специально для них кошка-наркошка подготовила урок. А Юленька спрашивала, что такое демократия. И сегодня о том, что такое демократия, нам рассказал ковбой Алёша. А чему хочешь научиться ты? Пиши об этом в комментариях под видео. И самую интересную тему мы разберем в следующих выпусках шоу «Гаффи Гафа». Гаффи Гаф Компани.